берешь. Приветствую. Еще раз. Вот человек изъявил желание страйдером порезать канат. Пожалуйста. Нет, сначала бумажку. Поверьте, он бумажку будет резать. Не, попробуй так вот. О, бумажку. Ну, как бы, ну, режь нормально, не строгай ее проводом таким. Что значит не строгай, не строгай страйдером нельзя, страйдером можно только строгать. Не, ну подожди, как, по-человечески, чтобы посмотреть. Давайте построгаем, попробуем. Построгаем канат страйдером. О, давай, Антон, рви его. Вместе с бетоном его порежь. Да. Вместе с бетоном его перепилить. Да. Там дальше еще бетон есть, не страшно. Да. Что, не хочешь? Ну, нахуй. Вообще деревяшку. Деревяшку? Не, деревяшку можно строгать. Пилить это еще хуже, чем канат. Так это дуб, его можно страйдером пилить. Говорю. До послезавтра. С таким же успехом, как и канат. То есть канат он вроде мягкий, но он тоже дубовый. Может, сдаваться хоть раз же отрезать надо полностью. Так, я не умею. Сильнее дави. Я не знаю, как у тебя все пробовать. Дай попробовать. Нету техники, тут надо резать. Только сними меня, а я попробую. Ну, пробуй. Вот смотри, чтобы я был там, внутри. Ты меня видишь? Да. Тебя или ножик? Меня как бы не обидать. Если тебя, так давай. В принципе. Слава показывает мастер-класс. Это он даже на бумажку не хочет резать. Не ожидали, ты удивился? Нет, я не удивился, просто новый. Это лом. Оставь бумажку в покое. Не, новый там, новый. Канат есть? Да хуже, чем у старого. Да, конечно, блестит уже, но... Давай, Слава, не сдавайся, это же твой новый канат. Дорезать то, что было, вот этим вот знаменитым его танковым углом. Что танковый угол хорошо режет, я первый раз слышу. Самый главный момент. Да ладно. Цепляй. Первый раз слышу. Его хорошо двери вскрывать. Давай, Слава, давай. Хотя бы один раз, давай, страйдер. Не, его хорошо вскрывать двери, расслабься, дорогой. Резать хорошо киндерером. Киндерер также почти. Не. Ничего нет. Убивай его. Только если вот так вот. Уголком. Это уже читинг, Слава, это читинг жестокий. Это уже факин. Подожди, а если его сделать так, жестик. На петлю. Подержи. Попробуй на петлю. Конкретный такой канат. Подожди, давай посмотрим. Ножик тупой. Ножик тупой. Не канат. Канат тоже хороший, но ножик. Вот. Специальный ножик. Не специальный ножик. Не специальный? Нет. А что, не? Нет. Американский. Что ты думаешь, цацки-пецки тебе тут, что ли? Режем канат мы. Вам не жалко такой? Кого? Канат? Канат. Канат много. А что это, Омар? Да нет, это эти Рэндалл Кинги. А, Рэндалл. Это дети Рэндалла. Давай, Рэндалл. Суровый выкидной нож. Дети Рэндалла. Не, он не суровый. Мне кажется, на фоне этого моя Миля с тридцатки просто... Королева. Просто зверь. Просто убийца. Если вначале я так приуныл. Так что люди... Нет. Отличный резачок. А, хочешь индерером попробуй? Кстати, он нет, тупой уже. Нет, индерером надо эти. А что нет? Ну попробуй хотя бы. Нож Рэндалл Кинг. Это не Рэндалл, это Рэндалл Кинг. Ну это серийка от Рэндалла, я так понял. Нет? Не, это просто бренд взяли и как бы слово. Какие-то чуваки сделали аккуратненький ножик и под его... Не, насколько я знаю, даже на сайте... Нет, никакого отношения к Рэндаллу не имеет. Ты что, с ума сошел? Мы проверим. Я не могу ошибаться, конечно. Да это да. Все равно, что кто-то возьмет там вининул... Скажет Винил там Тель-Авив и Винил Петахтику. И будут разные не там. Слушай, я был у них на сайте. Да? Нет, никакого отношения не имею. А, вот этот, и на сайте тоже нет. Не, я не про этот, я про свой. У меня же точка другая. Не, режь на этот, ты сейчас порежешь. На этой режь. Это было. Это было Лезерман. Вот убийца каната. Лезерман. Выявился победитель. Что еще? Пика. Вот это интересно. О. Да, видишь? Видишь, что проблема? Видел? Что? А, скакнула назад лезерман. Дайте перчатку на секунду. Дай перчатку. Ты что тебе для камеры нужно? Это не то. Это не то. Не, ну это не для реза, это так, пырятель. Да?
Ручка, что еще интересного? У кого что есть? Попытаться резать. Попытка вторая страйдера. Да. Мы не сдаемся. Стало интересно. Что нет? Тут обычный тест превратился в шоу. Сейчас начнем продавать билеты здесь. Продавать билеты на канатное тестирование. Давай, мы болеем за страйдера. Шура, пилите, они золотые. Куда он денется? Зато им можно этот канат сломать. Можно? Всегда есть утешение. Конечно. С дуру можно все сломать. И даже канат. Даже канат. Ну, тесты по ломанию канат. Здоровья много. Слава, это что-то новое. Страшно. Надо срочно вводить. Понятие. Крас-тест канат. Ну, если вошли страйдеры, то с помощью лома. Только ломка. Вскрытие двери, например. Не, ну если канат на потолке закреплен, выдолбать крючок можно. В Ютубе есть видео, где человек страйдером перепиливает наручники. Так вот, вот примерно столько времени он наручники. Если хочешь двери, он сейчас какой-нибудь киоск ломанием тут занужит. Не хочет? Да рука устала. Ну ты как хотел. Страйдер. Ну вот, да, все-таки вот один первый есть. Разрез от страйдера. Не, не правильно, перед этим тоже перерезал. Но лучше перчатки. Вот. Снимай, я. Если перчатки не было. Если перчатки не было, лыжкой. Вся у нас это кто потихоньку? Лукаша. Все. Здоровые мозолы. Еще. Вот Бенадам, снова сюда. Человек с охотничьим ножом пытается отрезать. Все, хорошо, что так. Класс. Вот так. Вот правильно. Два раза точечка должна быть. Страйдер это сломанный топор. Миш, ты за поешь хастан? Да, он лишь хастан. Да, а вот это мужка из-за. Канат отрезать. Проблема в том, что ему так плохо. Миля рулит. Канаты долго, нудно, протяжение рулят. Это им Саша Майзекет, а что? Он его удержит, это я не знаю. Это уже все, это труп. Смотри, один раз на канате. Чем? Это беседер. Беседер. Лео Мушлам, а беседер. Лео, зэв, тамин лебешил, хевеля зэзэ беседер гамур. А есть картонка, не бумажка. Стаканчик возьмите. Да зачем картонка? Канат, канат. Кто-то еще, кто-то хочет что-нибудь, чем-нибудь резануть. В общем, понарезали бумажек, понарезали канатов. Люди получили удовольствие. А нет, вот есть еще. Лакаша. Вот еще, оказывается, есть человек, говорит, наточил, будет резать. Ничего так. Ой, боже мой. Слава, ну, нормально один что? Раз это. Ну, нормально, что один раз нормально. Ну, погоди, на и то пять раз не порезал. Все. Вот эх. Как цариха сказал, помахал. Рыгер. Эргашта Шаулёх вот эх. Эргашта. Свой страйдер. Да ладно, давай, попробуй, попробуй. Ну ладно. Зачем какой-то? Ну. Что ты? Попробуй, попробуй, попробуй свой. Страйдер номер два. Вторая часть. Страйдеры. Провери бумажку вначале, подожди. Опа. Найди там есть. У меня, кстати, где-то еще есть. Что-то еще целое. Ага. Да бумажку он хрен цепляет, ему картон. Не, не, режет, не, режет. Есть второй да, заход на страйдер. Ну как бы не идеально, но нормально, в принципе ну, нормально. Есть. Что-то есть заточка. Три четверти вогнутые. Дай бумажку, дай бумажку. Ну, попробуем. Режь больше у основания, кончиком. Ага. Ближе к этому возьми его клину. Нет, ножка. Ну, скорее перепилили. Но все равно бодрее. Все равно. Бодрее, чем там-то. Слушай, а рубить мы его не пробовали? Это бывший мой страйдер. Да. Моя задача. В общем, нож истории такой. А ты попал ну, переплюв. На ну, второй я навряд ли, пожалуй, человек нож поменял трех хозяев, пришел здесь снова встретил своего предыдущего. Он отрезал и так резал. Алекса. Да. В общем. Колоть, рубить,
и рвать на части. Ломать. Давай индером, хочешь порезать? А из чего канат? Ну давай попробуем индер. Манильская пенька. Не, ну. Этот индер еще никто не видел. С моей микартовой накладкой. Вчера ее ночью сделал. Совсем еще новая. Ну заточка здесь подубитая, потому что пока он точился, делалась эта накладка, он там стукался. Ты в декабре будешь в этом? Да. Привози канат, я привезу свой киндерер, посмотрим. Ну, что-то осталось там, да, от заточки. Как бы не фонтан, но есть. Ну да, то есть если. Какая собака. Все, еще. Давай канат. Ну вот так, тебе ну, сравнение. Пошли. Ближе возьми его нормально. Ну, поначалу получше. Поначалу было лучше, да? Он уже успел, наверное, подтупиться. Но все-таки почище. Ну, киндеры, попробуем страйдер. Номер два. Жалко, попробуем. Что у нас нету страйдера со спусками от обуха такой. Стоунвошенный, да, такой, да, нормальный. В последнее время они нормально их сводят. Киндерером тоже жесть. Ну смотри, вот даже два раза. Разламывает. Раскалывает. Что-то режет. Ну, пожалуй. Хватит, да? Да. Человек. Можете отдать его на заточку? Ну, я могу сейчас подточить. Пойду его, мне, кстати, вон там паренек с чизерами, я пойду сейчас там поправлю его. Ой, слава. Все. Ушел. Ну, хорошо. Не, у него, кстати. Ты сам будешь править там у него? Да. Или отдашь? Не, сам буду. А, ну тогда ладно. Да, но легенда. Два двайдера. Двайер, то есть один. Двоин двайер, да. Что он, 3V? А? Я так понимаю, больше желающих нету. Пока выключаю. Все, пока.